кто еще так как Широков выразил свое поколение, свое время? Это время он показал, скорее всего, не через простого человека, скорее всего, через актера, поэта, писателя. Это элита была советская. Вдруг как выразить время, да? И вот мне кажется, в этом вот такая особенная ценность творчества, которая выявляет и сегодняшняя экспозиция. Широков – это столб, это величина для Перми 20 века. Потому что столько, сколько он сделал для живописи, для прославления Пермского края, мало кто может этим гордиться. Меня всегда поражает в общении с ним его постоянная неуверенность в том, что он или то, что он сделал, может быть не принято, не понято. Это какая-то неуверенность как бы начинающего, когда он еще там со своим творением. И всегда поражает его метаморфоза, когда он появляется среди нас, и он всегда на Олимпе. Он всегда на такой высоте, что ты подходишь к нему вот с ощущением, ну, я не знаю, вот ты понимаешь, что перед тобой очень великий и значимый человек. Спасибо вам и вашему коллективу вместе с Евгением Николаевичем за это, за то, что мы можем как бы оглянуться в 20 век и увидеть вот то величие века в лицах.